О, здорово! Добро пожаловать на острова! Сегодня у нас тут опять, как всегда, ничего не меняется в этой нашей жизни. Артём уже поехал работать, а я, как всегда, тащусь. Но это ненадолго. Сейчас поедем, третье поле мы взяли в аренду, вот смотри. Так, открываем нашу карту. Смотри, третье поле мы договорились с мэром о том, чтобы его взять в аренду. Ну как в аренду, в этот, как его, в лизинг, вот это вот мое нелюбимое слово. Так что сейчас, пока Артем ездит, мы берем JCB-шку старенькую. И едем потихонечку валить лес. Потом, когда Артем приедет, а он привезет с собой прицеп, погрузчик и все остальное. А, слышишь, а может взять тогда не JCB-шку, а вот эту вот штуковину. Это у нас мы взяли, конечно, новый чизель-культиватор, который нам пригодится в обработке новых полей. Но я что-то переживаю, что и GCB-шка его не потянет, и придется нам тащить туда рабу. Но может и не придется. В общем, посмотрим. Сейчас мы уже тут. А, кстати, у нас уже трава выросла, так что надо будет косить. Я не знаю, куда ее сувать. Ну, скорее всего, что мы ее засунем в сенаж. В смысле, скосим, заволкуем и за этот запрессуем. Так что. О, вот наше третье поле. Третье поле это которое рядом с четвертым. А, не благодарите, да. Капитан Очевидность с вами. Вот, у нас тут есть целая куча. Да, вороны, уйдите, умрите. Вообще, я не знаю, в самом деле, что вы орете. Невменяемый, прям как я. Вот. Мы это дело все сейчас выпиливаем, подготавливаем поле и. Подожди, а что мы сеяли на четвертом? Алло, Артем, а что мы сеяли на четвертом? Прям как слышно. Не помню, но, Каналу. по-моему, каналу, да. Каналу мы сеяли на четвертом, нам подсказывает Артем. Соответственно, чтобы прокормить наших всех животных, мы должны посеять на этом поле что? Давайте обратимся к справочнику. Справочник нам говорит, что у нас есть кукуруза, кормовые гранулы, ССМ. А, ну, если это на каком-то английском или нет, ССМ. Дальше у нас пшеница, ячмень, свекольный жом. Кстати, свекольный жом. Ладно, со свекольным жомом мы потом разберемся. У нас есть канала, подсолнухи, соевые бобы. Это то, что нам надо. Потом нам нужны пшеница, ячмень, свекольный жом. То есть мы чисто теоретически на этом поле можем посеять или кукурузу, или пшеницу. Да? Потому что свекольный жом нам с этого поля не добыть, потому что если мы будем тут сеять свеклу, то мы охренеем ее собирать. Во-первых, нам нечем собирать. Нам некогда собирать. Нам вообще нечего собирать. Поэтому получается у нас пшеница или ячмень. В самый раз. В общем, это поле мы тогда пускаем под пшеницу или ячмень. Заодно у нас будет куча здоровенная, как тот язь. А что-то меня заклинило с тем язем. Ну да ладно. У нас будет здоровенная куча соломы, которая, скорее всего, пригодится, потому что животным постоянно нужна солома в подстилку. Так что мы приступаем. О, бабло. Ха. Артем заработал нам денег немного. Много даже, я бы сказал. Отлично, это хорошо. Спасибо Артему. Мы начинаем обрабатывать это поле. И это будет у нас следующий этап нашего телодвижения, потому что мы будем по фэншую кормить всех животных. У нас все будет шикарно и прелестно. Мы будем кормить картошечкой наших свинюшек, свеколочкой, канолочкой, я не знаю, там пшеничкой. Все как вот. Никаких кормов вот этих ваших вот искусственных в баню. Только натурпродукт, только и все. Так что погнали. Пилим поле и сеем.
Чудесно. Вот так вот выглядит наше третье поле. И это довольно немаленькое поле рядом с обсерваторией. О, осталось у нас тут немножко, я уже все вспахал. Вытащили мы деревья из того места, где надо пахать, на поле. Так что я сейчас, наверное, буду потихонечку вносить известь. Артем будет продолжать вытаскивать дрова, эти бревна. И мы, в принципе, благодаря вот этому... Так, а где выезд? Вот он, выезд. Благодаря вот этому чизель-культиватору вспахали чуть-чуть быстрее, чем могло бы это произойти. Потому что, ну, реально, как бы, 5-метровый чизель спас. Мы взрыхлили землю. И это неплохо оказалось для нас. Потому что 3,5-метровый культиватор — это хорошо. Но этого мало, как оказывается. И... В ближайшее время, я думаю, что мы будем потеть в чизель-культиватор 8-метровый, есть у нас такой в магазине, да, продается, я там заметил, и трактор, который в 420 коней. У нас, конечно, есть раба, раба маловато, в ней всего лишь 320, может быть, чисто теоретически она потянет, но верится с трудом. Так, а куда бы нам этот чизель-культиватор всунуть? Да вот сюда. А, нет, там уже что-то валяется. Или хотя, в принципе, мы сможем, да? Да, отлично, тут места как раз хватает. Вот, самое место под чизель. Вот тут и будешь жить. Супер! Ну, а мы поехали. Да, я думаю, что прямо на этой GCB-шке и поедем. А где у нас, кстати? А вот у нас, кстати, вот эта фигня. И... Ребятки, я выяснил, что на островах здесь у нас есть удобрение, да, удобрение. Ну ладно, удобрение мы как бы выплюнем отсюда. Но у нас на островах, здесь, на соседнем острове, есть карьер, на котором можно набрать на халяву, прям вот совсем на халяву. Так, куда мы тут выкинем? Вот сюда, да? Ну ладно, пусть там валяется. Есть на халяву. Ой. Есть на халяву известь. Поэтому мы сейчас быстренько мчимся туда за известью. И начинаем третье поле быстренько засыпать известью. Потом будем сеять. Блин. Мы решили, кстати, пшеницу сеять, да? Да. Так что, кстати, вот у нас тут отсюда прям и поедем. Известь. Рассыпать известь. Погнали.
ура! Наконец-то свершилось чудо. И так, подожди, откуда мы брали эту штуку, дрюку? А, штуку-дрюку мы брали отсюда. Так, давайте ее на место и покладим. Покложим. Положа. Сложный русский язык ваш вот этот. Вот и наш, и ваш. Ха. Так, что? Дальше. Дальше берем сеялку. Не, подожди. Это мы не забираем нифига. Это мы вот сюда выкладываем. Дальше берем сеялку. И на сеялке сеем пшеницу. Видал вообще, как я шпроханул, так шпроханул. Подожди, а куда делась раба? А, раба там. Рабу куда-то переместили в неизвестном направлении. Но это ничего страшного. Главное, чтобы у нас сейчас тут были все... А, да, тут все есть. Отлично. Шикарно. Поехали на поле. И будем потихонечку сеять пшеницу. Давайте сразу мы пшеницу вот это вот. Во, шикарно. Чтобы у нас была и солома, и курицам пожрать, и того, и этого, и третьего, и десятого. В общем, все. Надо, все. Ой-ой-ой, лесовоз везет в лес. Вот это. Капитан Очевидность из меня прям шикарный. Лучше, чем сам... Чем сам оригинал даже. Так, что у нас тут? У нас есть два поля травы, которые, одно из них, наверное, маленькое, мы быстренько переоборудуем под какую-нибудь, даже не знаю что, или свеколку, или картошку, что-то в этом роде. Дальше вот мы приехали уже. Наверное, надо разворачивать вот так вот. Бух, трах. Чик. Ага. Сейчас цепляем, будем проверять этот трактор на вшивость, на прочность. Ну, да, там примерно 2 в 1. И будем сеять. О, Артём бросил тут целое бревнище. Прям на дороге. Ну как на дороге? Вот сейчас оно будет на дороге. Давай. Вот там где-то поваляйся за забором. А нам надо сеять. И сеять что? Целую пшеницу. Так что мы... We'll be right back.
Вот и все. А вот и готово наше очередное поле. Это самое большое из того, что у нас есть. И фуф. Даже некий фуф произошел, потому что, ну, реально, как бы, это поле не маленькое. И дало оно нам с Артемом таких нормальных люляторов. Потому что с нашей техникой не очень большой. И грузили, и пилили, и сыпали, сеяли, все, что могли, то и делали. Но это было довольно насиловали нас мозги, в общем, да, это поле нам. А что делать? Сельское хозяйство, оно такое вот. Никуда не денешься. Ну что ж, ребятки, на этом будем прощаться. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Обязательно ставьте лайкосик, если тут даже не впервые. Это ни на что не влияет. Лайкосик надо ставить в любом случае. Вот. Ну и за свинюху тоже еще отдельный лакосик. А переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на второй канал по таймлапсам. Там надо срочненько набрать прям 1000 подписчиков. И заходите к нам в Discord. Можно скачать все моды наши. Можно чего? Найти себе какого-нибудь друга, компаньона. Там уже как кто сам будет решать. Для игры в ферму или в другие какие-то онлайн-игры, там ЕТС, АТС, неважно. Ну и в принципе все. На этом будем прощаться. Давайте. Вам всего хорошего. Не скучайте. Ну и там все вот это. Спасибо Артему за работу. Вам спасибо, что досмотрели. Все, припарковал я прицеп. Покеда.